Сотрудников ГУВД по Нижегородской области с Днем полиции поздравил губернатор Валерий Шанцев. Торжественное собрание накануне состоялось в Академии МВД. За 10 лет в Академии были подготовлены более 2000 специалистов. Ни одно серьезное резонансное преступление не остается нераскрытым. Последние дни перед праздником серьезные экзамены у нас. Были два покушения на сотрудников. Достойно прошли через это испытание. И уверен, и в дальнейшем будем наращивать свои усилия по борьбе с преступностью. Сегодня проводится очень большая работа в области расследования и предупреждения экономических преступлений. Идет очень понятная, жесткая борьба с коррупцией. И все это необходимо проводить на очень высоком уровне,